требует хороших положений. Пока не делаем. Понижка ручная, да? Ну, и все, вытяжка, приточка, освещение. То есть не покрасочная камера, а просто покрасочная. Понятно. А у нас вчера был, собственно, воркшоп про 3D-печать, прототипирование, про финишную обработку пластика, собственно, этого. Был как раз профессор из Кореи, профессор потом из Сингапура был, и наши ребята, в общем, там с